Ну, это как раз то, о чем я говорил, ребята. Когда вы выигрываете в конкурсе, приходит вам приз, будьте добры, отметьте, конечно же, там, Инстаграм-профиль, Ютуб-канал, что вот прошел розыгрыш, там, спасибо и так далее. Разве так можно? Ну, что вам, Ю, что за отношение такое? Вот данный товарищ, который вот нас победил, все там, вот он отметил, что проходил конкурс, но, как видите, это фейковая страница. Вот он получил этот квадрокоптер. Но не отметил в своих социальных сетях, как он и обещал. Ну, блин, ребята, это же вообще мелочи. Вы получаете приз халявный, вам оплатили быстрой доставкой. И вот такое вот отношение, ну, это вообще чисто. Не будьте такими персонажами, как этот, а будьте благодарными, отмечайте, и все будут довольны. Поэтому набиваем 2000 подписчиков, и давайте с вами разыграем джойстик-геймпад для Android-устройств. Конечно же, все необходимые интересные ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше!